Так, ну ладно. Погнали. Здравствуйте. Здорово, привет. Так, сейчас чат подключу. Приступим. Где оно здесь? Бац, сохранить, применить, окей. Бац, 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 и... Неплохо работает, все. Смотрите, значит, что мы дальше с вами будем делать? У нас на рукоятке должна быть, сказать, область, где, как островочек, вот он, и на нем должен быть вырезан логотип компании, или не компании, модели именно этого револьвера, Чиаппарино. Вот, я предлагаю сейчас опять-таки, ну, либо в фотошопе, либо где угодно можно. Так, создать маску, в которой мы будем это все дело делать. Так, ну-ка. Сейчас мы его увеличим, ну, плюс-минус что-то такое. Не обязательно должно быть большим, но... Вот, и... Кружочек мы не будем трогать, потому что он у нас есть в альфах здесь. Давайте убедимся, что сразу, чтобы не переделывать. Если здесь просто кружочек обычный, который из альф. Так, колечко есть. Есть вот кружочки. Я уверен, у них можно размытие регулировать. Или что-то вот такое даже. Хорошо. Было бы неплохо сделать свой пак для себя такой небольшой. Все, есть тут, отлично. Значит, мы сейчас просто возьмем, например, сделаем shape и добавим сюда ellipse, который круг. Теперь у ellipse еще добавим обводочку, строк. Да, и теперь подставим плюс-минус, чтобы оно сходилось. Сделаем побольше чутка. Я сейчас хочу, чтобы у нас какой-то определенный участок был идеально ровным. Понимаете, что я, да? Так, давайте поменьше чутка. Ну, обязательно прям хирургически точно. О, нормально. Теперь сделаем чуть, ну, не сильно большое. Смотрите, нам придется применить дважды. Это здесь, где оно типа выжжено, и на основе. Поэтому я предлагаю сделать тоньше, а тут на рукоятке мы ее просто размоем, ну, блюром, да, в самом пейнтере, и оно у нас станет побольше, потолще. Так, конвертируем сам круг Bezier, и надо теперь добавить сюда пару точек. Предлагаю вот так и вот так, да. И сейчас будем его просто закипать внутрь. Ну, плюс-минус что-то тут попробуем сделать. Такое. Так, со шифтом, с альтом, альтом, да, вот. Ну. Надо хотя бы попробовать, что это. Так, здесь. Здесь с альтом нажмем. У нас тут, так, Ctrl Shift, нет, как его отломать, вот, отломали. Угу. Значит, тут еще тоже такой угол поострее, добавим сюда еще точечку одну, с альтом нажмем просто, чтобы оно, ну, как умею. Так, ровно, и нажимаем Alt, а потом... Забываю уже, что и как тут делается. Так, Alt, O. Добавим еще одну. Ну, это так, я мог и сам, конечно, сделать, но если вы там захотите уже какие-то свои маски в Photoshop рисовать, то вам это сильно пригодилось бы. Так, зажимаем, а потом нажимаем Alt. Все, с Alt. Так, добавляем еще одну точку. Опускаемся сюда, зажимаем Alt и опять его выгибаем в другую сторону. Добавляем еще одну точку, ставим ее сюда прям. Так, это
тянем посильнее. Тут сальтон тянем в другую сторону, подаем еще одну. Сальтон опять сюда таки уже. Вот, и последняя получается. Здесь она у нас будет, да? Вот так. Ну, не совсем то, что нам нужно. Упс. Сначала альт, потом да. Но плюс-минус что-то похоже. Давайте выключим, посмотрим. Ну, в принципе, я пытался. Еще кое-что. Здесь поставим джойн крышки вроде. Нет, не крышки, тогда просто раунд, чтобы оно было скругленное, да. Верно, я все сказал, скругленное. Вроде да. Так, здесь еще сверху. Видите, он тут не совсем правильно я сделал. Сейчас я еще раз тут подредактирую немножечко. Так, вверх. Вниз, вот так. Ну, нормально, короче. Так, давайте это тогда... ладно, не удалим, просто выключим пока что. Сделаем это побольше. Alt-Shift, растягиваем. И ну, давайте сделаем тогда не троечку, а пятерку. Что-то в таком духе. Думаю, нормально будет. Попробуем. Значит, сейчас его просто выведем. Тут через автор надо его рендерить. Один кадр обязательно. И давайте Rhino. А, секунду. Альфу. Раз у нас PNG. Пусть будет вот PNG-шка. Это все. Давайте под эту папку. Это теперь в... туда. Сюда. Перетаскиваем, ставим, что это альфа, и выбираем в текущую сессию, в текущий проект или полностью в софт. Нам надо только в проект. Добавляем. Вот альфа у нас... Странно, что он тут на самом деле появилось. Ну, на, да, на букву R по алфавиту. Теперь, смотрите. Что я предлагаю сделать? У нас должна быть ребристость. Пересчитывать. Давайте текстурки сделаем чуть похуже. Ну, ладно, буду хуже делать. Вот, ага, резьба. Это то, что нам надо. Значит, здесь создаем еще одну заливку фил. И теперь сейчас мы круг добавим и будем с этим кругом уже работать. Делать какой-то. Вот это, наверное. Посмотрим. Маску сделаем. Вот здесь маска. И смотрите, hardness. Видите, можно тут регулировать это все дело. Чуть сделаем послабее. Вот так. Все. Единственное, что не туда. Тоже не туда. С шифтом. Вот так, с контролем. Короче, нам надо выключить репит, во-первых. Во-вторых, трипланар. Ну. Вот. Вот. Это то, что нам надо. Или даже не трипланар, а планарная проекция. Нам надо, чтобы она... Видим по разрезику. Нормально, да. Все двигается. И теперь размер уменьшим. Попробуем. Вот. Почти то, что нам нужно, но... Ой, надо над ним еще поработать. Может, попробуем режимы наложения? Почему тут колесико не работает? Жаль. Так, inside, давайте darken, тоже не то. Что я хочу сделать, это чтобы оно у нас... Вот, слушайте, я не знал, что есть такая штучка. Это то, что нам надо. Поскольку мы с этим работаем, давайте все-таки оставим. Единственное, что scale поставим единичку. И что-то offset тут. По нулям, походу я там по вишке его сдвинул. Вот, нормально. Угу. Теперь уменьшаем это дело все до нужного нам размера. Сколько оно там плюс-минус, но давайте посмотрим. Тут, ну я не сказал, что 3 таких поместится, он тут процентов 60 так от общего радиуса. Автор не закрываю, потому что вдруг сейчас придется переделать немножечко маску. Так, да чуть поменьше. Ага.
Ну и как его можно поставить? Еще одно. Надо нам его вытянуть сильнее. Вот так, чтобы оно на обе стороны проецировалось. Отлично. И ну, от низа примерно один радиус. Давайте это перетащу сюда. Вот. Так проще будет работать нам. Где-то сюда. Угу. И теперь выключим материал. Видим, что ну, в принципе неплохо. Почти то, что нам нужно. Но надо сюда еще добавить нашу логотип, нашу резьбу. Логотип. Так, он на букву R. Это S, R. Вот здесь где-то он должен быть. S, R. Вот он. Видите, тут все, в принципе, на черном фоне. Я делал с альфом. Наверное, не стоило. Ну, пусть будет. Так, мы не в этом будем делать, не в резьбе, а, наверное, знаете как, отдельно. То есть создадим новый слой, выключаем все, кроме высоты. Сделаем черную маску, и в этой черной маске опять-таки заливку. Эту заливку закидываем нашу, эту приколюху. И теперь планарную, выбираем проекцию. Угу. Уменьшаем это все дело. Так, сдвигаем. Вообще она работает, нет? Ага, я же его не трогал еще, так что не должно работать. Так, уменьшаем еще уменьшаем, включаем повторение, не нужно оно нам. Еще чуть-чуть поменьше. Выставим ровно, чтобы оно было, ну плюс-минус, да? Не обязательно вытащим его в эту сторону, чтобы на другую оно тоже проецировалось. Давайте вот так. Пац. Угу. Вот и чудесненько. Еще кое-что. Так, добавим на маску, наверное, фильтр с размытием, но только чуть-чуть. Что-то такое. Надо посильнее нам его сделать. Отдавливание. Может даже единичку вот так. Теперь смотрите. Блюр, конечно, хорошо. Оно толстым будет. Но, видите, оно такое нечеткое. Сейчас попытаемся это исправить. Я так никогда не делал, но может быть получится. Значит, что мы делаем? Мы берем level. И тут только канал маски. Тут нельзя поменять, хорошо. И сейчас будем пытаться это как-то все ужать в сильное такое выдавливание. Почему ниже не хочет? Ладно, странно. Но походу только если так пытаться что-то сделать. Инверт? Нет. А если так? Если посильнее? Вот так надо. На рандом тыкаем, да? Я хочу поднять контраст этой всей штуки. Сейчас я покажу на примере с автором. Тут будет недолго, что я пытаюсь сделать. Чтобы мы его логику уловили, мы сейчас накинем сюда блюр на эту штучку, да? То есть я его размыл, получается. И посильнее даже. Вот так. Оно у нас создает такой кратер с уклоном гладким. Я хочу жесткую резьбу. И теперь после этого всего я, например, кривые сейчас добавим, да, это у нас почти то же самое, но чуть-чуть не туда. Я хочу после этого всего еще, ага, тут либо тоже так нельзя сделать, либо повысить четкость этого, понятно. Значит, я этого удалю. Ой, закрою просто. Подумал, что может быть это бы сработало. О, смотрите, что-то более плюс-минус такое. Вот, уже похоже. Вот, отлично. Ага. Получилось почти что. Ну, чуть надо пожестче края. Вот, смотрите. Отлично. Да, доковырялись до нужного результата. Оно, правда, немножечко потоньше должно быть.
Так что мы блюр поуберем, уберем немножко такой. Ну что, ладно, оставим как было. И блось нас так и оставил. Так. Вроде неплохо даже. Что думаете? Единственное, давайте его немножечко сдвинем. Так, чтобы оно по центру было. Вот. Тут, наверное, меньше, чем тут расстояние. Так что его подсунем. Ну. Вроде вот так ровненько будет все. Хорошо. Носорог. Оставим пока что. Плохо. Дальше. Давайте с вами разукрасим остальное. То, что нам осталось. На самом деле, немножко не радует вот этот рисуночек, который я здесь и здесь сделал. Ну, тут слишком жестко. Чем я тогда думал? Тут, конечно, выстрелы, порох и все такое, но оно должно быть больше здесь тогда, уж не сверху. Давайте попробуем это немножко подправить. Корпус. Тут эти пятна, ну, не подходят сюда, хотя выглядят они прикольно. Как же его поворачивать? Левой, да? Нет, влево, вниз, вверх, вот так. Вверх, вниз, вниз, сверх, вот и... Тут тоже вот так немножечко. Ну и вообще эти пятна я бы... Вот так, немного их тоже по... Так, больше. Как больше сделать? Поворот влево, влево, поворот. Ага. Чик-чик. Харнес. Харнес можно чуть побольше, но... Так, чтобы жестко. Неплохо, но не подходит. Это вроде тоже кисть не очень. Подходящая сюда. Может, вот так? Ну, краски там поменьше. Все, ладно, давайте не будем больше эту штуку делать. Попробуем сейчас затекстурировать остальное, то, что осталось тут. Я
Значит. Это закроем, это развернем. Я хочу еще носорога немножечко силу давленности поменять. Угу. Лучше стало. Ну, это все, конечно, таки относительно. На разных участках модели оно по-разному может себя вести. Хорошо, давайте барабан и остальное вот сейчас сделаем. Так. Значит, сделаем новую заливку. Вытаскиваем ее оттуда. Вот мне нужна. Не хотелось бы все одним материалом пилить. Что есть по референсам? Неплохой я вот этот нашел. Он, правда, тут как новенький. Они старый. Я люблю такое состаренное немного. Ну, значит, попробуем. Так, во-первых, прибьем маску. Или даже нет, знаете, что сделаем? Создадим папку. Вот. Барабан. Угу. Вот его уже сюда закинем, а у барабана сделаем черную маску. И на черной маске выберем Color Selection и сделаем... Ну, типа, пучок в синее, конечно, тут не покатит. Я забыл, что у нас нету альбеда нормального, адекватного. Так что будем Add Paint. И вот этим режимом выберем объект целый. Вот так. Выбрали. Хорошо. Он уже сработал. Просто у нас цвет, видите, поменял. Вот. Ой, что будем делать? Какого цвета? Предлагаю, наверное, просто посветлее, но металлику на full. Уважаю я Виталика, ведь любит он металлику. Еще посветлее. Может еще? Прям стальку стальную хочешь сделать? Ну ладно, давай попробуем. Что из этого получится? Так, значит, надо нам... Ну, по-любому сюда, значит, добавляем генератор. Предлагаю сделать тут, взять шаблончик, который мы... А чё, он не крутится колесиком? Понял, значит, походу не... Фильтр, а не, да, генератор. Выберем какой-то из этих шаблонов, чтобы самому долго не сидеть, не крутить, не делать. В принципе, его тоже можно настроить. Вот, если выберем это, слишком сильное. Там есть послабее вариант, вот это. Неплохо для стальки. Значит, хочу сделать его мутным. Не знаю, тут просто хорошо было бы сделать здесь, типа, потертости вот нижней нашей детальки, которая здесь, да? И я где-то просто на референсе видел, что весь корпус черный, а основа у нас блестящая. Тут я не найду, уже ладно. Значит, короче, надо тут грязи добавить, пережженный металл немножко. Такой плюс-минус, да? И царапины какие-то, сколы. Ну, поехали. Значит, теперь создадим новый какой-то материал. Это будет, не знаю, стоит ли попробовать ржавчину немножечко сделать, чуточку просто, буквально. Так, не видно блеск его. Вот так сделаем. Угу. Значит, roughness. Можно сделать металлику посильнее. Вот что-то такое ржавчина обычной бывает, шейдинг, думаю, можно сделать или не стоит. Лучше, наверное, его убрать. И цвет такой более явный. Угу. Так, ее прям должно быть чуть-чуть.
Значит, добавим маску черную в этой маске. Наверное, ну, какой-то генератор. Либо вообще давайте добавим заливку и сюда какой-то гранж накинем. Чтоб прям вообще чуточку было этой ржавчины на нем. А, скейл мы поднимаем до 5. Им уже есть какие-то вкрапления, да? Мы баланс поменяем, попробуем. Слишком сильно. То есть оно уже, видите, и серый цвет нам дает, хотя должно быть на самом деле. Повысим контрастность. Баланс чуть побольше, наверное, вот так. Хорошо. Так, у ржавчины должно быть хейт чуть побольше. Что-то такое. Плюс-минус. Да. Не знаю, как получится. Я сам сейчас уже думаю просто, чтобы толково вот такое вот сделать. Не красить же все в черный цвет, верно? А, дальше. Давайте попробуем сдублировать этот слой и у него гранж подкрутить. Не такой уж жесткий, а послабее. Он такую давал серую эту дымку прикольную. Мне нравилось, как она выглядела. У нас не настолько... О, кстати, выглядит прикольно. Если в цвет какой-то покрасить. Так, попробуем цвет поменять. А что если сделать его тоже металликом, но очень равностным таким? А, и конечно же надо... Так, наверное, гранж сменить. Тут нету рандом сида, чтобы поменять его. И конечно же хейт на 0 поставить. Нам не нужен такой этот сильный. Жесткий, да? Под него закинем, под ржавчину. Ржавчина как ржавчина-то не выглядит, она у нее почему-то градиент серый, переходной. А, может это уровень в Base Color исправит? Нет, я только цвет меняю, а не саму фактуру. Ну пусть будет. Так, чтобы сюда еще добавить, должны быть какие-то, наверное, сколы на краях. Берем тут гранж, добавим генератор. Генератор. Может грязь? Немножко грязи. Не помешало бы. Так, и ее сделать. Вот, кстати, вот так. Так оно выглядит. Мне нравятся края тут, как выглядит. Уже такая, типа, сталька не новая. Блин, и тут блестеть оно должно, не как алюминий. Ладно. Значит, сделаем его грязнее, конечно же. А вот наш канал работает, который мы с вами помните тогда. Оно генерирует по нижней модельке. Ага, вижу. Имею в виду позишн, который мы запекали прям тут. Он сейчас тут у нас и работает. Так, хорошо. Кстати, вот такая грязность мне прям что-то нравится сильно. Хорошо, если так, то... Берем это дело, ставим тут черный цвет, левел тут выбираем, он нам не нужен. Попробуем, короче, без ржавчины, давайте, а также поставим генератор и dirt. Вот, но у него position вырубаем. Position, говорю. Ладно, тогда волосы пусть нормал. О, как, не перестает работать. Тогда Grunge Amount нет, Grunge Scale нет, Edge Masking тоже нет, Dirt Contrast не оно, Use Triple Nar on, нет, Invert, Seed Random, Use Custom Grunge. Как выключить у тебя... Только если Position, World Space Normal. Но как вы видите, оно не перестает работать.
по градиентам. Это очень странно. Ладно. Может, Ambient? Ага, Ambient Occlusion. Это точно то, что нам мешало. Хорошо. Я понял. Так, Grunge Mount больше. Теперь выключить Hate тут надо. Меньше, меньше. Что-то прям вообще такое, но при этом, надо нам бы поднять контраст. Так оно красиво было, когда с АО карты. Так, поинтов у нас нет, так что будем напишем сейчас А и О. АО, ну понятно, долго искать нашу кастомку, которую мы запекали, поэтому просто удалим. Сейчас создадим заново. Попробуем еще раз. Вот мне понравилось, как оно, видите, здесь его создало. Сейчас покажу на нижней модельке. Вот в этом месте оно-то прям красиво. Это прям так шикарно. Нам надо такого результата добиться. Настроить его. Так, значит, хорошо. Этот дирт выключаем. Создадим сейчас новый. Он у нас будет таким для сравнения паттерном. Поняли, что ли, да? Так, и теперь АО. Ага, не сработало. АО Death, АО Радиус. Ну, я же вырубил. Почему? Походу, это потому, что микрохейты, они у нас выключены, микродетали такие. Но тут нету вроде параметра, который бы отвечал за АОшку, так что мы его можем, наверное, вырубить. Пытаться самому что-то накрутить уже будем. Хорошо, давайте пробовать. Edges Masking на линиях наших изломов будет что-то генерировать. Grunge Scale не то, Grunge Mount. Да, но опять-таки надо нам контраст повысить. Потому что у нас это выглядит как кусок алюминия. Сравним с нашим референсом. В какую сторону двигаться? Почти в ту. Надо только его сделать чуть-чуточку. Ой, чуть-чуточку блестящий. Что если это возьмем и уменьшим? Нет. Ах, попытка была хорошей. Ну тогда только если пробовать. Либо другой гранж, либо... Смотрите, сейчас количество гранжа повышаем. Смотрите, мы сейчас можем добавить сюда уровень и регулировать саму маску, да? То есть какое-то смещение это все пытаться сделать. Так, это ни в коем случае трогать нельзя. Это оставим как есть. Что здесь? Неплохо, но надо низы убрать. Получается опять-таки. Вот это прям идеальный результат. Вот этот полигон. Он мне так нравится, так хорошо смотрится. Но почему-то ложка у нас все портит. Так, ладно. Но я не оставлю это дело. Я буду пытаться его накрутить как-то по-хорошему бы. Ну, размер, получается, Grunge Scale нам ничего не делает. Amount, количество его на самой модельке. Количество давайте поставим. Типа, о, слушайте, похоже. Почти. Неплохо. Что надо поднять? Edges Masking. Сделаем составным из нескольких частей. Видим, что... Да, боже.
где вырубить это. А. Поднять надо чуть-чуть контрастность. Но, смотрите, есть тогда еще один вариант. Создадим еще один генератор. Да. Короче, курватуру. И она у нас будет убирать предыдущую маску с краев. Disable, выключение. Видите, не работает. Хорошо, тогда повторение. Тоже не работает. Хотя выглядит, конечно, прикольно, пригодилось бы для пережженного металла такая штучка. Мультиплай, полностью наложение, да? Похоже, но не оно. Курватура, баланс. Чук-чук-чук. Можно вообще, на самом деле... Ну ладно. Вот это наверх поднять, вот, и вот так переключать. Видите, надо еще чуть-чуть поработать. Курватуру сделать, баланс поменьше. Лоу контраст. Нет, блюр. Чуть-чуть поразмыть и поменьше, больше. Вот. Так. Но почему ты не можешь сохранить свои настройки при этом всем без Ambient Occlusion? Оно так хорошо его распределяет. Видите? Custom Branch. И нельзя его как-то ползунком отрегулировать. Хорошо. Дальше попробуем еще. Поднять. Давайте не мультиплай, а дивайд. Немножко не то. Insert тоже. Дивайд. Так, Darken. Убирает, да, но попробуем переключить. Цвет. Так, неплохо. Это вообще оно, походу, и не то, короче, что-нибудь. Чего-то такое. Вот так вроде нормально. Как бы не так, не нормально. Значит, можно еще добавить, знаете, fill в это дело, вот так. Да, не то, нажал. Да, значит, на этот и fill, вот. И какой-то еще гранжик сюда накинуть, который выносит это все... Улаживал. Вот так. И он еще мультиплайнее был бы. Баланс его понизим. И повысим контраст. Похоже? Почти. Очень похоже. Давайте еще добавим тогда уровни. Это повыше всего было, чтобы вот... И самими масками будем уже тут, то есть кривыми, это все как-то крутить. Так, акцент сдвинем в сторону блеска. Угу. Значит, тут вообще бы на самом деле хорошо бы линии. Мне нужно, чтобы он по этим краям отлично его так идеально все просчитал, но... Курватура. Отлично-то оно. Не оно, файн. Видим, тоже не особо меняет. Вот, софт, мягкость. Софт я бы ему выключил. Медиум, серединка. Ага, и ларч, высокие.
Big. Huge. Не знаю, что это контрастность. Повысим. Brightness. Поставим как есть. Все, мои попытки воссоздать результат почти ничем хорошим не кончились. Так что мы сюда еще чуть блюра дадим. Вот. Дальше. Что еще попытаемся сюда накинуть? Dirt этот оставим. У нас есть еще вот это дело. Если его включить... О! Ужас какой. Тоже наш металл. Roughness сделаем вот таким вот. И убедимся, что больше нигде нет вот этого Midfish Rouse. Нет больше нигде. Что надо сделать еще? Берем маску. Добавим fill. У этой штуки я бы выключил все, кроме roughness и металл. Metal и roughness. Музыка перестала почему-то играть. Почему? Продолжай. Хорошо, значит, сюда гранж какой-то запихнем. Надо нам вариации в отражении, кроме этого всего, и этой всей грязи. Нет. Контраст. А что если мы сделаем так? Не очень получилось, так что мы это все уберем. Ну что, он даже немножко мешает нам. Еще надо. Добавим, короче, сюда fill. И какой-нибудь grunge, допустим, дополнительный. Он должен нас все вычитать оттуда. Сделать divide для вычитания, нет, этот что-то дополняет, multiply, накладывание, disable, отключение. Не, почти, походу это вообще выключает слой. Так, inverse divide, инвертируем это, походу, да, у нас отключает немножко его, значит, повысим контраст. Или понижим контраст, баланс какой-то сделаем. Плюс-минус такой. Хрень какую-то делаю, однако. Я вам так скажу. Мне очень нравится, как выглядит. Попробуем здесь поставить блестящую эту. Тоже нет, да? Значит, курватура. Уровни. Уровни в сторону блеска уходят. Так, да, хорошо. Лучшему, по-моему, стало. Хочу, чтобы оно, конечно, было с пятнами, но уже больше похоже все равно на металлку, стальку. И еще этот dirt. Я бы, наверное, его убрал, менял ему гранж, что из кастомный какой-то поставил. Давайте попробуем что-то такое загрузить сюда. Может, вдруг так тык, и результат станет крутым. О, слушайте. Неплохо, еще что-то. Отлично. Смотрите, красиво. Наверное, всем этим еще было бы неплохо. Давайте металлик. Это чуть-чуть уберем.
над этим всем еще добавить такой блестящий слой поверх всего этого, чтобы сквозь маски уже не пытаться пробиться. Так, не фил давайте сделаем, а добавим черную маску, и этой черной маске уже этот фил, да? И сюда уже гранж будем грузить. Баланс чуть поменьше, контраст повыше. Почти. Вообще не то. Это. Если его выключить, смотрите, у нас прям тут. Ну, на рендере оно может быть неплохо будет выглядеть, но сейчас оно мне не очень на самом деле нравится, честно говоря. Хотя если добавить сюда каких-то еще элементов, то будет получше, плюс-минус. Так, включим. Так, баланс, баланс, баланс. Скейл, значит, ставим пятерку. Пытаемся что-нибудь из этого выжить. Ой, нет, контраст повышаем, значит. Чуть побольше баланса, побольше контраста. Ну, пусть так будет, мне нравится. Но я бы, на самом деле, еще добавил бы какой-то рисунок сюда. Даже вот с тем, что сейчас есть. Хотелось бы. Ладно. Давайте попробуем. А какой рисунок вы? Может, крестом сделать что-нибудь? Можно попробовать. Так, темно-синий цвет. Темно-синий. Так, динамика. Ага. Сюда прям синий поставим. И можно, на самом деле, скопировать просто так туда из корпуса наш вот этот Ctrl-C нажимаем, потом барабан, Ctrl-V, барабан. Так. Зависло. Грузится, да? Ага. Так, ну, пусть прогрузится немножко. Чё по стриму? Нормально все у него идет. Идет ли? Да, 47 минут. Так, ух, слишком уж жесткий ты. Paint, естественно, удаляем. Скидываем это под барабан. Я понял, из-за чего это у нас из-за хейта, слишком жесткий. Вот что-нибудь такое поставим. Ну, типа, его размер на просчет не влияет, конечно. Угу. А может, если я сделаю его таким же цветом, просто добавлю сюда больше немножечко маски, сейчас оно поменяет свое мнение. Давайте добавим сюда что-нибудь еще такого типа генератора. И dirt. Нет. Надо тогда не генератор, а fill. Fill какой-то гранж свой. Контраст повышаем. И баланс посильнее. Тогда вот включаем. И так, контраст поменьше. Баланс еще сильнее. Жаль, что гранж плохой. Так, пробуем это. Так, нет. Ой, пытался сделать так, чтобы у нас не спал, как будто с протертостями. Но нет. Значит, что я предлагаю сделать? Думай, старик, думай, ты же в Гарварде учился. Дом сит. Нажмем перегенерируй это все дело. Хорошо, короче, создаем тут, значит. Значит, филу, да? Маски. Вот, отлично.
Теперь делаем тебе белый цвет, соточка, трипланарная проекция. Напой это у нас считаться будет, да? Хорошо. Уменьшаем его. Я, походу, его минус убрал. Нет. Вот, скейл. Давайте по единичке назад вернем. Минус нам лучше его не делать. Так, пока выключим вообще это дело. Не смогу выключить. Иначе считаться не будет. Тогда уменьшим разрешение текстур. Но оно сейчас пересчитывать все будет долго. Лучше уже домучиться. А можно было числовое значение просто довести и все. Понимаю, но... Вот. Отлично. Так, значит, его сузим. Давай, камон, пятерик сюда ставь. 5, все. То есть поменьше, 0,5. Вот так, 0,5. Может быть даже. Было бы неплохо его. Повернуть на 45. Y, 45. 450, конечно, сильно, но зачем? Вот так. Хорошо, так дальше. Теперь это вытягиваем. Единицу просто нет. 0,5 поставим. Все. Здесь послабее. 0,3. Угу. Сдвигаем его. Сюда. Здесь ставим 1. Боже, пусть будет. И офсет. Ну-ка, в ноль его уберем. Нет. Да что ж такое? Тоже не оно. Вот это, наверное, ноль надо. Относительно чего начинает? Интересно. Так, rotation scale и offset. Ну хорошо. Так, две модельки мешают друг другу. Предлагаю тогда сделать еще один fill, потому что это скопировать невозможно будет. Или даже, знаете как, возьмем его и сюда сейчас альфу закинем. Крестовинки какой-то. Не знаю вообще, что получится, как это все будет. Нет тут такой крестовины. Типа просто плюс или x, вот это. Так, отлично, все по единичкам. Что это такое? Единица, единица, единица. Потом scale ставим сразу по всем направлениям. 0,3. Ctrl-A, Ctrl-C. Tab тут не работает, понятно. Значит, вот так, тыц-тыц. Здесь не трипланар, а планарную проекцию ставим. И сверху мы это все регулируем. Почему? Как вообще это происходит? Непонятно. Rotation в ноль. Ага, теперь понял. Девяносто. Тогда здесь 90. Тогда берем это сильнее. Ну, я же здесь ставил 90, в чем вот проблема твоя. Отлично, теперь ставим его в центр этого всего дела и поворачиваем 45. Не тут, вот тут. Ага. Теперь сам крестик можем его отрегулировать.
Скорее всего, нет. Попробуем найти что-нибудь другое. Crunch, crunch, давай, ну. Что-то из этого вот уже интересней. Scale. Вот, видим, что... Это все, конечно, классно, но почему... Почему он все равно его крестом поставил? А, тут вообще не надо поворот. Значит, раскрываем 3D-проекцию, да, опять-таки, и вот это на 0 ставим. Вот, вот, уже то, что я хотел больше. Может, единицу поставить, если поставить нет, единицу тут не катит, тогда может 0,1. Будет ли это центром всего? Вроде по центру стоит. И смотрим здесь, как оно вообще, что с ним произошло. Выглядит не очень, на самом деле. Ладно, тогда это уберем дело, и все. Конечно, тут delete не будет работать. Не нравится мне барабан. Совсем. Короче, сделаем его блестящим, все. Что это за маску отвечает? Ты? Нет, ты. Вроде. Значит, иди сюда. Вот, теперь получше должно быть. Нормально. И какую-то я бы грязь на самом деле добавил на эту. Матфиш. Ну, можно, на самом деле, можно тут его взять. Сейчас это уберем. Здесь. Оставим. Теперь еще фил. Я бы, на самом деле, хотел сюда добавить его. Но. DripleNR, смотрите, сейчас я покажу, о чем я говорю. 0.03. Опять нажал Tab случайно. Так, Ctrl-C. Угу. Так, offset. Тут 0.1, вроде что по центру было. Странно, кстати, на самом деле. Ну пусть будет. Так, 0.3. Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. Смещаем его в сторону. Здесь. Вот, ага. Я бы хотел бы вот так его сделать, например. И вообще пополам, да? Чтобы как бы отделять этот кусок. Кусочек. Можно попробовать. Вот так. И. Надо сюда еще добавить. Тогда уж генератор. В этом генераторе. Fiberglass. Это не оно. Дерзь может быть. Только выключим, а мне так нужен. Так. Будет у нас его как бы маской для него, да? Normal. Версти сайт. Нет, тоже нет. О, это не то. Normal сделаем. Вот. Это у нас исключение. Dark admin. Тоже не. Lighting max тоже не оно. Может overlay. Это оно вырезается. Screen тоже. Этот inverse subtract что-то выворачивает, difference. Я просто мешаю за эти режимы наложения очень хорошо. Так что можно потыкать, может по сроку возвращения нет. Включение load. Наверное, надо его поменять. И вот это мне уже менять режим наложения. Darken. Угу. Вот так будет правильно, все. Теперь Crunch Scale. Выключим тут, наверное, высоту, он будет считаться быстрее. Crunch Scale, Damage Masking. На full. Микродеталик у нас тут нет, так, Scale здесь тоже нет. Грязи.
целом уровень понизить или повысить, то есть наоборот повысить. Чуть-чуть только если, да, и надо еще потертости мы добавить на углы. Значит, добавим еще что-нибудь, типа фил заливки. Нет, не фил, а генератор. Мозги уже не варит, курватура. И здесь добавим тоже таргет. Вот, берем глобальный баланс, поставим верт. Должно быть стирать на краях что-то плюс-минус. Контраст повысим. Так. Угу. Тема с этим немножечко похоже. Так, да, использовать микродетальки. Микрохейт. Выберем здесь, например, вот это. Ага. Уровень нойза. Так, поставим единичку. Но слишком большой, да? А если 670, например? Так, меняем не этот микрохит, а добавим сюда какой-то кастомный гранж, тогда уж что-то хочется сюда засунуть. Ох, считает долго. Нет, тоже нет. Все, хватит, успокойся. Давайте как-то его... Включим корпус, рукоятку, это все дело повыключаем. В самом барабане тоже надо бы, слишком много всего генерируется. Отключим, включим, выключим. Вот так. Хорошо. Теперь можно пробовать баланс. Нет, такой гранж. Может этот? Все равно слишком сильно долго это все генерируется тут. Короче, уберем микродетальки. Надо бы, потому что оно так натерто тут по идеальному. Давайте попробуем все-таки что-нибудь подобрать. Все-таки вот этот нойз снизим баланс. Слишком огромный. Процедурный что-то еще раз попробуем. Допустим, это, не лагай. Нойз параметр 64 засунем. Тоже нельзя, тогда 120. Ну-ка, сможешь 120? Нет? 250, 260. Тоже, значит, 700. Понятно, курватура сюда просто не подходит. Ясно, значит, сделаем сейчас, добавим генератор, этот тирт уберем, фил пусть остается. Добавим сюда, не оно. Короче, просто обычное маскирование, правильно я сказал, не знаю. Девайт, не оно, без дарки, наверное, отключает это все дело. И сейчас здесь можем его нормально настроить. Или это то же самое я добавил, погодите. Масс билдер надо было. Перепутал, извиняюсь. Вот это оно уже получше должно это все сделать. Только мы его инвертируем. Видите? Вот, отлично. Гранж. Скейл. Ставим больше. АО выключаем. Или даже тут можно его не выключать, а убрать просто. Видите, вот, бац. Курватура. Отлично, курватура.
повышаем. Вот, вот она, надо было ее изначально, то есть ее взять. Smoothness. Кстати, неплохо. А если скопировать? Нельзя скопировать Mask Builder. Хорошо. Тогда создадим еще один. Добавляем генератор, вот Mask Builder. Я это грязь использовал. А что если? Что если так все подключать? Давайте посмотрим, как оно будет. Я бы добавил сюда грязи, на самом деле, да. Упс, давайте вернем, но... Dark. Так, Multiply сделаем. Нет? Тоже Dark in Min. О, включаем. Ноль. Молодой человек. Что ж такое-то? Уровень. Ставим больше, инвертируем. Да, гранж. Больше гранжа. Что если так попробовать оставить? Видите, он даже неплохо так выглядит. Или отключаем фил. Вот так сделаем. Да, нормалка. Нормал. Нужно оставить, чтобы барабан просто тоже был с... без этой всей чепухи, которую я ниже наделал тут. Бесполезный. Вырубаем это все дело. Давайте гранч попробуем что-то другое поставить сейчас. И... Так, либо кастом и встыкать. Так, где гранч? Вот. Использовать кастом и гранч. Хорошо. Хорошо. Погодите, идейка есть. А если мы тут возьмем цвет, поменяем? Что-то темное такое. Нет, плохо. Остается пусть как было. Тогда сейчас этим всем всего добьемся. Надо только кастомный гранж сейчас выбрать. Секундочку. Гранж, где они у нас? Вот тут. Давайте попробуем. Кастомный гранж 1. О, блин, прикольно. Сюда правда не подходит. Сейчас другое, что к нему вот такое, например. Тоже классно, но не катит. Вот это неплохо. Но барабан сильно более обдертый, чем этот. Нет, этот. Я просто совершенно не знаю, как оно будет на рендере. Вот этот металл, кстати, который мы с вами сделали. Может, так оставим. А можно еще сюда просто добавить фил сейчас, да? И... Альфа. Сделать что-нибудь интересное с этим делом. Бац. Теперь сам фил. Сейчас его... Трипланарность. Нет, можно... Можно, короче, так. Девишка. По девишке, да. Давайте попробуем, может, вот такое что-то. Так, повернуть, вот. Ха. Типа штрих-кода. Но. Dark in Min, нет. Divide, исключение. Как же нам его... Может, другой режим наложения? Lighten. Нет, Screen. Она у нас там вообще все убирала. Multiply тоже нет. Divide.
Вот было бы оно с альфой, конечно. Другой разговор уже был бы. Нет, штрих-код сюда не подходит. Только если не развернуть его вот так. Дичь какая-то получается. Давай еще сюда фил. Попробуем тогда просто сделать так, repeat moon. Он говорит. Moon for carnism. Или как оно правильнее. Вот. И теперь как девать, да? Исключаем его. Забыл. Darken min тоже нет. Difference. Вот так. Что если вот так его ставить, а? А может сюда? Оно, видите, оно инвертирует. Оно никак его не убирает. Оно, в принципе, должно, наверное, мультиплай. Вот так уже получше. Я так хотел сделать. Ну, смотри, оно, конечно, его не снимает, но... Так, значит, можно, наверное, еще один фил добавить. Черный. Мультиплай мы тоже сделаем. Выключим повторение. Теперь опять сюда. И вот так. А? Не очень, да? Значит, поменьше это сюда. Это можно пробовать вот сюда вот так ткнуть. Тоже нет, да? Не знаю, что и придумать. Плохо выглядит это все и плохо смотрится. Тогда сделать либо какой-то символ, либо какую-то надпись на каждом из этих. Давайте попробуем. Один к одному. Бац. Так, мультиплай тут не катит. Difference, значит, исключение. Вот. Посмотрим. Ну, можно, на самом деле. Можно что-нибудь такое придумать тут. Поставить. Давайте посмотрим, какие тут еще есть символы. Так, бац. Что-то такое, типа, стильно, модно, молодежно, чтобы было. Или может это. Еще раз фил. Закидываем сюда этот гранж. Ага, на 90 его поворачиваем. Понятно, тогда вот так уменьшим. И тоже здесь что там, difference. Вот так, слушайте, вот так вроде неплохо. Можно попробовать. Ну. А где шоу, кстати, при условии, что, конечно, там на шве все будет нормально. У нас вот где шоу. Так, выше, ниже тут. Надо смотреть. Так. Бенд. Я хочу, чтобы оно сходилось у нас на шве. Так, типа оно выглядит, конечно, неплохо, если одну добавить сюда только полоску, другую сейчас убрать будет. Так, это значит, предлагаю так, выключить repeat none, да? Почему оно так немножко как будто под углом, видите? Или мне кажется?
вот что-то такое, да. Bend. Искривление чуть поменьше. Залетел, блин, модельку. Здесь смотрим. Оно вот каждый раз именно вверх-вниз, если будем крутить, ничего не даст. Значит, hate тоже. Вот это может помочь. Нет, оно в любом случае инвертировано. Так, можно Ctrl-Shift-Z, Ctrl-U, можно. Но... Тогда либо оставить, либо пытаться как-то подкрутить его. Вот, вот, видите. Почти идеально. А только его чуть-чуточку. Вот. Так, нормально, класс. Отлично. Мне это даже нравится. Но я наконец нашел, как можно так сделать, что я планировал. Хорошо. И может сюда еще такую полоску сплошную добавить. Либо высоту этой брать. Мы не будем трогать. Количество этих полос тоже пусть остается неизменным. Ой, я, может быть, и дичь делаю. Может, вообще не стоит сюда никакой принт лепить. На барабан. Можно попробовать фразы, опять-таки, или что-то из треугольников прикольное составить. Или пусть будет вот так, как есть. Так, ладно. Ладно, говорю. Попробую отключить пока что эту штуку. И оставить вот так, как есть. Он отличается по шейдингу сильно. Типа у нас то есть сам корпус. Такой, как барабан. Барабан сильно потертый. Такой потрепанный временем. Оставим, значит, так. Короче, дальше. Смотрите, включим еще рукоятку. Тут все неплохо. Хорошо. Единственное, что здесь я бы, конечно, это корпус закинул бы. Почему нет? Так, погодите, у нас корпус, походу, не цепляет и это тоже, да? Так, Polygon Fill, выбираем, значит, это дело и вот это дело. Так, а мы его... Я не выбрал тут его ранее, думал, что поменяю чуть позже, но... Чуть позже. Вот так. Оно хотя бы теперь с таким мусором немножко будет. Немножечко. Может, так лучше? Нет, выше. Угу. Так, неплохо. Все, пусть остается. Дальше. Барабан. Дублируем. Давай, камон. Пытаемся это убрать. Теперь здесь из Paint это уберем. Добавим сюда еще один Paint. И можно попытаться вот с объекта вот этого. Вроде неплохо настроить его, да? Сильнее грань сделать. Так, нет, это за что отвечает? Сейчас посмотрим. Баланс. Контраст повыше, тут ничего он тоже не делает, в принципе, особо. Здесь гранж, баланс выше, контраст выше. Тут лайл.
делать-то? Ой, мозг не варит. Так, все, ладно. Спокойно. Сделаем заново. Материал для этого и для того куска. Хотя можно попробовать просто с этим, с черным тоже наполнителем. Просто сейчас его скопировать и все, и не париться, потому что я слишком много времени никуда трачу. Давайте сейчас так попробуем сделать, например, это. Если я хочу его сейчас оставить, что будет? Будет вроде бы неплохо, оставим. Вот так попробуем. Так, теперь, ага. Это и может быть еще вот это. Хорошо вроде выглядит. Неплохо смотрится. Единственное, надо, знаете... Так, внутрь развернем его. Это дело. Добавим сюда... Может это? Нет, это тоже нет. Это я сам уже накидывал. Paint какой-то. Или... Mask Builder. Или Custom Grunge. Mask Builder-то по АО делает все, да? И мы так лишь включим. Значит, и там он тоже у нас по АО делал все. Давайте попробуем у этого барабана отключить эту функцию. Так, это пока оставим. Что если АО тут убрать, ведь оно сильнее начинает все это нам тут фигачить, так что можно грань чуть-чуть подубрать. Так, еще чутка может быть. Ну, нормально. Хотя рандом. Есть тут рандом у гранжа? Или я свой гранж? Да, рандом есть. Можно ткнуть, попробовать. Перегенерируй все заново. Лучше стало. Да, получше. Так. Теперь это свернем, это включим обратно. Здесь опять-таки АО я удалил. Гранж это чуть убрать можно. Силу этого гранжа пока. И. Ну, еще что такой жесткий. Так, опять рандом, даже несколько раз нажать. Вот. Лучше, намного лучше. Вот так мне нравится. Оставим так вот. Или так тоже неплохо. Так, что здесь? Внутри тут тоже есть что-то отличное. Хочу еще добавить так, paint. Давайте порисуем немножечко, порисуем. Лопасти. Ага. Кисть такая тут удачная попалась. Что-то такое. Теперь это повернем. Это побольше сделаем. Так, бац. Внутри там неплохо было бы, но... Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Тут поубираем. Слишком сильно. Хотя, ну, типа, нормально, что такие полосы. Оно выглядит прикольно в плане... Оно что, трется постоянно, еще что-то, да? Здесь по сторонам, вот, но... Слишком я сильно его рубанул. Это часть, которая постоянно лапается руками. Но при этом все. О, как! Что ж такое-то? Сейчас сюда что-нибудь такое понарисовываю, чтобы не было видно швов этих, да? Ну, плюс-минус тут такой.
знаю, что это неплохо. Угу. Дальше, смотрите. Тут неплохо эти штучки, оно даже тут на руку немножечко так. Здесь. Включаем, переходим. Так, ну, допустим, пишу тоже ось. Переходим к барабану. Барабану. Добавляем сюда paint. И теперь вот так. Почти. Может какую-то кисточку взять. Вот, теперь, вот тут сейчас будем его рисовать посильнее, чтобы было. Не боясь за то, что оно как-то тут сотрется. Так. Кисть на самом деле прям нравится, но еще здесь также надо. Так, повышаем. Тут надо нам стереть сильнее. Тут я уже тер, тут надо подтереть с собой кисточкой тоже. Чик-ч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 ик. Смотрим дальше. Хорошо. Это у нас блеск создавала. Это то, что нам надо. Так, paint. Ага. Натираем его тут помощнее. Так, добавить paint. Тут тоже здесь сотрем немножечко. Вот так вот. Неплохо. Так, повыше тут тоже. И это тоже. Вот так здесь. Еще выше немножечко. Тут вот это сотрем. Угу. И вот это. До блестящей стальки прям вообще было бы неплохо. Так, привет, медведь. Посильнее, посильнее хочется вот стереть его. Еще в пару местах тут и будет готово. Почти. Ну, тут можно тоже его сейчас пару раз цепануть. Вот так, все отлично. Ну, неплохо. Хотя, надо было бы тут еще сильнее это потереть. Вот что-то вот такое прям.
полосой округа. Сейчас про это. Вот. Ага. Уже более так красиво он выглядит. Рандомненько получается. Тут нормально. Еще здесь. Выглядит, конечно, не очень, но так бы оно было бы и в жизни. Потому что здесь пимпочка, она сильно стирает этот металл. Натирает. Так. Секунду. Отлично. Так. О, кто-то есть. Нет, не скоро. Ну, да, скоро. Сколько там еще идет стрим? Здесь посмотрим. 91 минута. Сейчас 30. Ну, нормально. Хотя я за этот час 30 почти ничего не сделал. Сидел только. Тыкал всякий бред. Ну, короче, на этом закончу, чтобы сохранить. Ух, ладно. Спасибо всем, кто смотрел. Вот. Надеюсь, вам было не сильно скучно. Хотя нет, было, конечно, скучно. Ладно. Все тогда. Увидимся с вами в следующих частях. Всем удачи и пока.